Здравствуйте, хочу представить обзор. Это у меня пришел Alcatel K9. Заказывался это на AliExpress, магазин Alcatel Global Store. Заказался за дорого, 12 672 рубля обошелся. Я считаю, это дорого за этот аппарат, $200. 33 дня почтой Финляндии шел. Продавец обозначил вот $30. Мобайл фон. На Pandao можно было урвать, и сейчас, может быть, он есть этот аппарат. У нас июль 2019 года, 9700 рублей. Но я считаю, это еще более-менее адекватная цена. $140-150 не выше за этот аппарат. Такой пупырки все это дело у нас пришло. В принципе, упаковка все окей. Что у нас здесь интересного? У нас Helio P35 на борту, MT6765, 8-ядерный процессор, 4 на 2,3 и 4 на 1,8 ГГц, 7,12 дюймов IPS OGS дисплей, 2244 на 1080. Разрешение, 5 точек мультитач, 4 гигабайта оперативки, 64 встроенные, 6000 мА батарейка, быстрая зарядка 5 вольт, 6 ампер, универсальный слот на NASIM, USB Type-C, GPS от GPS, GLONASS, 5 ГГц поддерживается, основная камера Sony MX298 f1.8 плюс 2 мегапикселя, фронтальная, заявлена Galaxy Core GC8034 f2, габариты аппарата 86,3 на 177,6 на 8,9 мм. Вот в такой упаковке традиционно от Alcatel все пришло, от Alcatel, Alcatel. Оранжевый цвет, синего цвета, blue, есть еще золотистый, черный. Это то, что я перечислял. Достоинство аппарата Android 9 на борту, Full HD Plus, IPS OGS дисплей. Что у нас было? Вот пленка наклеена сверху и снизу, защитные. Также имеется руководство пользователя, где что располагается, на разных языках. Русский есть, гарантийный талон. В комплекте также USB OTG шнурок, USB Type-C 3,5 мм джек переходник. Также вот эта мощненская зарядка 5 вольт 6 ампер. Действительно выглядит так солидно. USB Type-C шнурок и скрепка. И также в комплекте у нас идет силиконовый чехол. Прозрачный. Внутри есть насечка, такое рифление. Кнопки закрыты. Со временем это дело пожелтеет. Все это дело убираем. Ну вот, собственно, сам аппарат вот так выглядит в чехле. В принципе, нормально все смотрится, все отверстия на месте. Ну вот аппарат 238 грамм, но здесь у нас еще наклеена пленка, и поэтому я считаю, 235 грамм где-то он весит. Сверху была техническая, и у нас в комплекте наклеена еще заводская пленка. Ну давайте пройдемся по внешнему виду. Вот такой дисплей нас встречает, 7,12 дюймов IPS OGS Full HD Plus дисплей. Спереди камера от Galaxy Core, здесь же располагается сверху динамик, датчики освещенности приближения. Имеется эффект 2,5 D, снизу вот такая рамочка. Сверху у нас ничего. Слева универсальный лоток для нано-сим-карт. Посмотрим, как выглядит слот для сим-карт. Скрепку нужно длинную, чтобы достать. Он глубоко входит скрепка. Вот. Комбинированный лоток. Материал тоже комбинированный, есть металл и пластик также присутствует. Две наносимки, либо одна наносимка и microSD-карта. Справа кнопка включения-выключения, регулировка громкости, располагаются они высоко. Если у вас маленькие руки, у меня вот длинные пальцы, я в принципе нормально достаю. Снизу разъем USB Type-C, также вот выемка такая, микрофон, динамик, материал пластик. И, конечно, все это дело заляпывается. Выглядит, конечно, интересно. Овальная сверху выемка, сама крышка. Камера от Sony IMX, двойная вспышка, дополнительная камера, сканер, сканер отпечатков, надпись Alcatel. Аппарат со всех сторон такой закругленный, в руке лежит, в принципе, отлично. И по сборке тоже, в принципе, собран добротно, ничего у нас не скрипит. Конечно, если мы захотим добраться до внутренности, придется нагревать крышку феном. Давайте понаблюдаем, как реагирует сканер. Все срабатывает шустренько. Палец я зарегистрировал 2 раза. И также, как у нас Face ID работает, посмотрим. Face ID тоже шустро срабатывает. Ну, что касаемо красочности и яркости экрана, то сейчас вся яркость. Автоматическая яркость отключена. И если сравнивать с Qubot Max 2, там мне показался дисплей посочнее. Черный цвет почернее и так далее. То есть краски в Qubot Max 2 понасыщеннее. Хотя это тоже норм, но уже как бы впечатление есть от экрана от Qubot Max 2. И поэтому этот кажется как-то побюджетнее, что ли, экран. Хотелось бы поярче. Там вообще аж глаз выбивает яркость в Qubot Max 2. Вот белый цвет. Посмотрим инверсии какие у экрана. Это сейчас вся яркость.
максимальная яркость. Ну, может, тоже все сделано во имя энергосбережения. Сверху шторка с быстрыми настройками. Есть режим «Не беспокоить», режим энергосбережения, трансляция, «Маракас» подразумевается, можно, как хотим, все это дело настроить. Также есть ночной режим. Вот аппарат у нас становится такого красновато-коричневого цвета. Яркость тоже можно менять. Ну и как фонарик у нас светит, посмотрим. В принципе, ярко, конечно, аж вышибает глаза. Снизу кнопки «Назад», «Домой», «Меню». Если нажать на меню, выходит диспетчер задач встроенный. Можно настроить какие-то программы, чтобы они не закрывались. А так у нас чистилка вот так работает. Раз и все программы почистили. Кнопочки можно скрывать. Так примерно выглядел экран из коробки. Предустановлены Google сервисы. Можно сказать, здесь голый Android с надстройкой от OKitel. Имеется FM-радио, Files от Google и Google фото, как всегда. И обычно ставлю стороннюю галерею. Есть также беспроводное обновление. Сканер, QR-код. Также присутствует шагомер и набор инструментов. Аппарат напичкан различными датчиками. Есть поддержка OTG, можем подключать мышки, флешки, клавиатуры. И минусом считаю, что здесь нет индикатора пропущенных вызовов и событий. Посмотрим, как выглядит звонилка. Русский набор имеется. Датчик приближения работает. Вот появляется запуск записи при ответе абонента. Так выглядят настройки. Цветные иконки с надстройкой от OKitel. Сеть интернет. Подключенное устройство. Настройки подключения. Трансляция имеется. Chromebook. Приложение уведомления дополнительно. Вот разрешение для приложения. Здесь все стандартно для 9-го андроида. Батарея. Расход заряда батареи. Имеется график. Вся информация об использовании. Энергосбережение в режиме ожидания. Режим энергосбережения отключено. Сейчас по экрану имеется адаптивная яркость. Все остальное стандартно. Цвета здесь нельзя настроить. По звуку дополнительно. Улучшение звука. Усилитель громкости динамика имеется. Сейчас включил его. YouTube, режим без полей. Звук здесь громкий, без хрипов. Как телефон приходит, у нас доступно беспроводное обновление. Вот такое, 98 мегабайт. Из коробки изначально 9,6 гигабайт заняты из 64 гигабайт. Под систему 6,1 гигабайт. Пункт защиты и местоположения. Смарт-лок. Здесь все стандартно. Отпечатки пальцев здесь не до перевод. Unlock device, application lock. Всякие плюшки, честно, не пользуюсь ими. Return back screen, то есть возвращаемся на рабочий стол. Плеер можно, в музыкальном плеере можно делать паузу. Долгое нажатие, возвращаемся на рабочий стол. Recent task – это недавняя задача. Также делать фото и видео можно через долгое нажатие и ответ на вызов. Распознавание лиц, разблокировать экран и можно активировать подсветку экрана в темноте. Также виброзвонок, открытая защита от разблокировки. Специальные возможности. Здесь все стандартно. Девайс InfoHV так определяет камеры 8,3 мегапикселя, f2.2, 0 бэк. Фронтальная на 8 мегапикселя, f2.0. Вот такой интерфейс от OKitel. Видео, картинка, красота, виртуальный, монохром. Специальность, ну то есть это режим Pro, режим съемки. Можно вот включить авто. Вот такие режимы съемки фотографии. Автоспуск 2-10 секунд. Размер фото 16 мегапикселей. ZSD имеется пункт. И также водяной знак, но его желательно не включать, потому что фотографии почему-то сжимаются и меньше весят. Также посмотрим по видео, какие настройки. Режим съемки. Вот различные можно выбрать. EES, электронная стабилизация. Качество видео Full HD. Имеется режим автофокусировки. Да, неплохо. Вот макросъемка. В этом плане китайцы всегда на высоте. Имеется автофокусировка. Раз, два, три, раз, два, три. Тестовое видео. 1920 на 1080 пишет в MP4. Раз, два, три, раз, два, три. Тестовое видео. OKitel K9.
пишет неплохо, микрофон отлично пишет, и динамик тоже громкий. Так выглядит передняя камера. Перейдем в настройки. Имеется стабилизация, режим съемки, можно авто поставить, размер фото 8 мегапикселей, ZSD, водяной знак, зеркальное отображение, также по видео, EES, электронная стабилизация, режим съемки, качество видео Full HD. Камера у нас от Galaxy Core. Ну, я бы сказал, так себе камера, конечно, фронтальная. Раз-два-три, тестовое видео. Ну, то же самое, микрофон пишет хорошо, в этом проблем здесь нету. Также я установил здесь Google камеру, и вот видим, фон действительно размывается. Посмотрим, как выглядит функция здесь. Красота, виртуальный. Да, вот виртуальный. Пишет сейвинг, происходит сохранение. Да, действительно, здесь его китель что-то добились. Фон действительно размытый, но вот только рука задета, и, конечно же, Google камера в этом плане рулит. Давайте попробуем, посмотрим настройки Google камеры. Есть пункт размытия, разрешение основной камеры, поставим 16 мегапикселей, фронтальная 8. Вот есть у нас размытие. Фокусируемся на объекте. Ну, пишет ошибка, но посмотрим все-таки, что у нас получилось. И как видим, Google камера, конечно, получше. Вот ручки целы. А вот Alcatel, конечно, ручку эту замяла. А так фон размывается. В боке, можно сказать, здесь работает. К9, качество видео Full HD 1920x1080, проверка видеозаписи, проверка передней камеры, это у нас стоковая камера, также стабилизация видео проверка. Стоковая камера у Alcatel K9, качество видео Full HD 1920x1080, проверка видеозаписи. EES включено, стабилизация. Проверка также стабилизации видео. Google камера Alcatel K9. Качество видео Full HD 1920x1080. Проверка видеозаписи. Проверка также стабилизации видео. Google камера Alcatel K9, проверка передней камеры. Качество видео Full HD 1920x1080. Проверка также стабилизации видео. Open камера у Alcatel K9, проверка
основной камеры, проверка видеозаписи, разрешение видео Full HD 1920 на 1080, стабилизация включена. Приходи быстрее. Проверка стабилизации видео. Пройдемся по скринам, по тестам. Вот информация Antutu. MT6765 на борту, PowerVR Roach GF8320 видеоускоритель, разрешение 1080 на 2244, задняя 16, камера и дополнительная 2 мегапикселя. Еще информация, 64-битный процессор, 8-ядерный, 7,11 дюйма, 480 DPI, передняя камера 8 мегапикселей, NFC не поддерживается, информация по датчикам, вот еще информация по датчикам, 5 точек мультитач, по AIDI, 12-нанометровый процессор, 5 ГГц поддерживается Wi-Fi, по батарее информация 6000 мА, по температуре, по датчикам. Банд мода, первая симка 1, 2, 3, 7, 8, 12, в общем 20 поддерживается и тоже и на второй симке. Девайс InfoHV, общая информация по центральному процессору, по системе, по памяти, по камерам, по батарее, сенсор бокс. Датчик приближения 1 см, датчик освещенности, магнитный датчик, гироскоп, датчик ориентации, присутствует здесь шагомер. Приложение. Вот и также как в Хонорах видно шагомер на заблокированном экране. 3D Mark результаты теста. GPS тест. 25 увидел, 8 в использовании. Поддерживается ГЛОНАСС. Доктор Веб-Лайт, полная проверка. 0 угроз обнаружено. Тест аккумулятора 6808. Ну, конечно, здесь присутствует погрешность. Здесь аккумулятор честный. И проигрывание видео по Wi-Fi. Яркость выше 50%. 1080p. Проигрывание видео по Wi-Fi через YouTube. Около 17 часов. Я думаю, неплохой результат. Играть на таком экране одно удовольствие. Real Racing. 8320 37,7, слева от камеры 38,7. Мотор Кобот 39,7, возле камеры 39,6, уже около 40. World of Tanks, FPS 41, 31 FPS. C2 FPS. 40,8, 41,5 слева от камеры,
Попробуем сейчас PUBG, запустим максимальные настройки, графики HDR и запустить игру. Графика на максимуме. Ну и посмотрим 10 минут игры. 41,2 в правом углу. 43 градуса. 42,8. Давайте в конце плюсы и минусы. Как всегда, давайте с минусов начнем. Экран мне здесь показался потусклее краски и не такой яркий, как Cubot Max 2. Здесь у нас нет металла, но зато у нас получился аппарат легкий. Сейчас китайцы в основном придерживаются, чтобы материал был пластик. Фронтальная камера непонятная, у меня как-то мутновато снимает. Нет светодиода, нет здесь NFC. И, конечно, в этом китайцы проигрывают. И вообще, вот таких аппаратов не найти, чтобы было 7,2 дюйма, и там был у нас NFC. Еще к минусам можно отнести нагрев в играх до 43 градусов. Давайте к плюсам перейдем. Цена на Pandao неплохая. Это 140-150 долларов, если это вообще отлично. Аппарат отрабатывает эту цену. То, что я взял за дорого, это, конечно, не есть хорошо. Дизайн тоже неплохой. Большой экран 7,1 дюймов, конечно. 19:9 соотношение. Хорошо лежит в руке. Нет здесь вирусов. Шустрый Helio P35. 4 гигабайта оперативки, 64 встроенный. Никаких подтормаживаний здесь особых не увидел. Нет вирусов. Сканер неплохой. Face ID. Шагомер. Гироскоп напичкан датчиками различными. Android 9.0. Динамики тоже неплохие. Что разговорные и мультимедиа мне понравились. Камера основная неплохая все-таки. Честная батарея. Быстрая зарядка. Автономность, конечно же, 6000 мА. Это, конечно же, плюс этого аппарата. Это у нас был Kitel K9. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь также на канал. Будет много интересного. Всем спасибо, пока.